трошки пінцево гравець, оскільки ми отримали якийсь кімап. Дімо, вітаємо тебе і команду з перемогою, з поверненням в Суперлігу після травми. Твій коментар сьогоднішнього матчу. Хочу поблагодарити болельщиків, в першу чергу, хороша підтримка для нас. Вот. По игре скажу, вначале тяжело мы вошли в игру, потом где-то забили свои броски, обеспечили себе расстояние. Где-то у нас не получалось, но мы старались придерживаться установки, которая была на игру. За счет этого держали как бы тот отрыв и выиграли. Как в целом себя чувствуешь? Полгода практически пропустил. Какие ощущения? То есть, готов уже полностью? Да, я уже готов. У меня была установка, когда я получил травму, поддерживать физические кондиции. Вот. Ну, как бы, а когда уже восстановился, войти в ритм, не затормозить команду. Спасибо большое. Максим Мікельсон, головний тренер баскетбольного клубу «Черкаський МАВ». Максим Григорійович, з хорошим матчем вас вітаємо, з хорошим завершенням регулярного сезону. Прокоментуйте цей поєдинок. Ну, наверное, первое, что хочется сказать, извиниться перед тренером команды противника за последний бросок. Как правило, да, есть правило этот бросок не делать. Зал погнал команду, требовал сотни. Там молодой игрок бросил, как бы. Извинения приносим свои. Вот. Химику спасибо за достойную, очень достойную игру. Им эта игра ничего не решала. Тем не менее, они вышли и бились. Хоть и там разница в счете большая, но буквально там до концовки только четвертой четверти где-то химик уже остановился, а так сражались. И вот благодаря этому сегодня зрители получили шикарный матч, интереснейший матч. Вот, всех поздравляю с победой, все очень большие усилия к этому приложили. Всех поздравляю с завершением регулярного чемпионата, с тем, что клуб «Черкасские Мавпы» впервые в истории занял второе место в регулярке. Что из этого получится, увидим дальше. Вот, но однозначно это как бы достижение, которое стоит отметить. Совсем мало времени остается к матчам плей-офф. Как будете проводить его, будет ли выходной и ваше видение соперника, потому что Харьков такие будут играть с вами. Да, завтра обязательно будет выходной, потому что игроки отдали все силы этим двум играм. И мы, когда готовились к этим двум играм, я говорил о том, что для нас это как дополнительный раунд плей-офф. У нас решалось место, да, все это решалось очень интересно, здорово, да, что в последней игре чемпионата. Вот, игроки очень устали, завтра у них будет выходной, послезавтра будет одна тренировка уже во второй половине дня, ну и там сколько там, два дня на подготовку. Да, Харьков соперник наш, да, помним о том, что они нанесли нам поражение домашнее, несмотря на то, что находятся на втором месте снизу турнирной таблицы. И мы помним об этом, помним, что это непростой соперник, который, если словит свой ритм, если словит свой бросок, там очень много хороших шутеров, вот с ними будет непросто. Будем настраиваться, готовиться. Всего лишь. Все, всем спасибо.